Немецкие власти больше не признают сирийские и иракские паспорта, выданные в захваченных боевиками ТИГИЛ районах. Недействительными считаются документы, выпущенные с января 2015 года в городах Дейр-Азор, Ирака, в Сирии и в провинциях Масул и Анбар в Ираке. Такое заявление сделал министр внутренних дел Германии. У спецслужб появилась информация, что экстремистам удалось заполучить множество бланков паспортов и оборудования для их печати. Ранее неоднократно сообщалось, что террористы используют поддельные документы и проникают в Европу под видом беженцев.